Я потерпевшая от организованной преступной группы МИАР. Чтобы расшифровать сразу же действительно скажу, ОПГ МИАР – это квартирные мошенники, которые свыше 400 семей одесситов лишили жилья в Одессе. Они действуют в Одессе на протяжении свыше 14 лет. К сожалению, у нас существуют банды квартирных мошенников. Мы требуем, во-первых, 28 марта в этом году, у нас половина 10-го, состоится апелляционное заседание по поводу того, что 9 октября 2013 года судьей Гали Киевского районного суда города Одессы было вынесено незаконное постановление о том, что уголовное дело, которое было возбуждено Генеральной прокуратурой Украины в 2008 году и следствие вело Главное следственное управление Киева, он признал 9 октября 2013 года якобы недоследованным. На самом деле, и постановление также существует. Многие потерпевшие с этим не согласны, потому что кроме 13 эпизодов, то, что рассматривал судья Галиев в Киевском районном суде, по местным райотделам обратно с ГСУ было роздано свыше 23 эпизодов с участием тех же самых обвиняемых, кто же сидят на скамье подсудимых. А на скамье подсудимых сидит сейчас и находится на подписке о невыезде 22 человека организованной преступной группы МИАР квартирных мошенников. И все не на подписке о невыезде. Одесситы, обращайте внимание на все, читайте внимательно газеты, не реагируйте на то, что даем суды под залог в кратчайшее время. Вот так у нас люди на протяжении 14 лет лишались жилья. Они задним числом, заочными решениями судов, многие судьи районных судов, карманные их судьи, вносили решения по отъему у потерпевших квартир, и таким образом многие люди из наших потерпевших остались просто на улице. В каком году это было? Это на протяжении с 99 года и по настоящее время, вот сейчас, 2014 год, у нас свыше 6 новых эпизодов. Находясь на подписке о невыезде, в статусе обвиняемых, они продолжают заниматься отъемом жилья у одесситов. Мы не давим на судей, но мы хотим обратить внимание, что ситуация в Одессе с судей существует о том, что квартирные мошенники до сих пор действуют. Одесситы, обратите на это внимание тоже. Поддерживайте нас. Дело в том, что еще 6 человек по организованной группе МИАР сейчас в Киевском районном суде, судья Гали, рассматривает, продолжает остальных подсудимых. Не опускайте руки, помогайте нам с этим совсем бороться, потому что если бы не было вынесено судьями города Одессы множество незаконных решений в пользу потерпевших, такой бы ситуация в Одессе не сложилась. При прямом попустительстве председателя апелляционного суда...